Доброго времени суток всем, дорогие и любимые наши подписчики. Поздравляю всех сегодня, у кого день рождения, с днем рождения. Желаю вам здоровья, желаю вам счастья, желаю вам радости, желаю вам богатства. Также, уважаемые именинники, примите такие же поздравления. Желаю вам счастья, радости и всем, кто меня смотрит. Желаю просто прекраснейшего, хорошего настроения. И если обратили внимание, там было написано Туркий, это Турция, граница между Грузией и Россией, на которой я сейчас нахожусь. И все получается прекрасно. Почему я так говорю? Да потому что сегодня дни такие, день русской лени. Вот хорошо всем было бы поменять свое настроение и не лениться. Ну, как минимум, как это сделали мы, да, то есть мы сели, поехали и не поленились, и все произошло. Поэтому всем рекомендую, всем советую просто посмотреть вглубь себя, найти вот этот вот корень, где он там спрятан, и выкорчевать его. Ну, чтобы у этого праздника не было никакой возможности называться Днем Русской Лени. Что у нас сегодня еще? У нас сегодня еще есть День Маргарина. Смешной какой-то праздник, но оказывается его сделали очень-очень давно. И сегодня такой же еще прекрасный день, как День смотрения на фонари. Уважаемые зрители, я рекомендую вам вот от всей души, от всего сердца. Можно ли так сказать, рекомендую от души, от сердца? Наверное, да. Уделите время сегодня вечерней прогулке. Пройдитесь, посмотрите на фонари. Я знаю в Ростове, кто живет в Ростове, там шикарнейшие фонари. Также в Луганске, если я не ошибаюсь, также есть. Откуда я знаю, у меня брат увлекается. Вот именно почему-то ему нравятся фонари, и кто куда не попадает, ему присылают. И потом он делится. Так вот, ребят, погуляйте, посмотрите. За каждым фонарем есть какая-то своя история, которую он прячет, и о которой вы можете узнать. А если вы еще и напишите в комментариях, что вы увидели, как вы пообщались, как вы погуляли, будет вообще прекрасно. Поэтому гуляйте, наслаждайтесь и пишите. Хорошего вам всем настроения, прекраснейшего настроения. И до завтра в этой же рубрике. Всем пока-пока, до завтра.